Леночка, в каком мы городе? Аджмер. Аджмер. Мы пришли в джайнинский храм, да? Здесь такая красотища, во-первых, покажу потолки. Такая роспись. Арки. А внутри за стеклом вот такое все изваяние. Золото. Класс. Красота. За стеклом, поэтому отражение немножко блестит. Висят всякие фигурки под потолком, корабли. Там вообще какое-то НЛО. Сейчас обойдем вокруг. Какая-то комнатушка. Решетка. Вот с этой стороны лучше видно. Прямо слойники, воины. Вот это кто-то занимался. Так столько камней, зеленые, красные, синие. Это камни, да? Или стекла? Да, или стекла, не знаю. Поднимемся наверх, посмотрим. Там такая арка, ты видел? Столько мелочной работы. Мелкой. Это на ступеньке получается сюда поднимается. Видишь, там такая возвышенная? Да, на башню поднимается ступеньки. Пойдем, Лен, проходи на лестницу вверх. Вверх подъем, да? Да. Это не всегда. Какой вверх? Ну, последний театр. Вот тут вид со второго этажа то же самое. Все то же самое. Вот тут выход как бы на балкончик, но он немножко закрыт. На замок. Купол храма. Там ворота. Горы. И солнечные батареи. Пойдем дальше. Да, видно эту арку сверху. Видел, в этих лодках люди держат да, руки. Да. Как будто бросят чего-то. Или молятся. Thank you.
Your name is? Pablo. Yeah, your country name? Ukraine. Я уже снял. Ну, могу еще и отсюда снять. Сейчас, я с этой стороны хочу на балкон выйти сюда. Ну, здесь такой же вид с другой стороны. Да. Ну вот такой вот храм дженисский.